Итак, доброе утро, время 8:30 где-то. Там. Это самое. Я где-то еду в Лимане. Забираю своего дядьку. Дороги нету, просто кошмар. Ой, переживала, если честно, потому что на летней резине меня, конечно, пару раз заносило, но я там больше 70 не ехала. Резина приедет только послезавтра. Ну, а дядька мой попросил его забрать. Я не могла отказать. Так что так. База отдыха. Вот прям в лесу. Какой здесь воздух? Это просто. Я надышаться не могу. Вот тут пляж. Все, я дорогу знаю уже. Так, привет. Уже час дня. Дядьку я привезла. Он поехал в Кривой Рог домой к себе. Я отвезла посылки. Устала. Это сейчас поработаю в компьютере и ляжу, наверное, немножко. Просто приляжу. Так, Серый попросил еды наконец-то. Сейчас я ему салат еще остался у нас. И попросил колбаску с хлебом. Ну, значит, идет на выздоровление, да? Если еды попросил, значит, выздоравливает. Я тут уже буду дома. Никуда уже не поеду. И наливаю себе моренго с соком. Думаю, надо чуть-чуть расслабиться. Я утром переживала. Ну, во-первых, самое сильное я переживала за летнюю резину. Оно вроде и плюс, но скользко все равно. Потом я переживала, ну, вообще, что я еду, да, куда-то там непонятно, дороги не знаю. Ну, что такое. Назад уже ехала с Олегом, разговаривала такая еще еду, думаю, да по городу сложнее ездить, чем по трассе. Вот так. Я себя хвалю. Дороги там, вот этот бор заехала, а там такие, ну, я не снимала, конечно, надо, блин, все снимать. Я вот это забываю. Какие там ямы, Я стала и вышла с машины и стою. Думаю, как застряну здесь. А Олегу же рассказываю, еду. Он, да ничего, мы б тебя вытянули. Чё ты переживала? Да, говорю, тоже. Только переживалась вся. Ну, слава богу, хорошо. Олег поехал. Рада была ему помочь. Вот так вот все сделала Серому. Бутербродик вот такой вот. Хлебушек. Колбаска и кролик такой. И дам ему салат, пусть доедает. Вот тут осталось салата. Понесу королю. Он там GTA играет. Так. Несу нашему больному, хромому, немому. А что у тебя на столе? Это что такое? Я не поняла. Это бухло? Угу. Кто такое придумал? Я. Да есть просто хочу. Пить хочу. Здесь. Вот это допивай больше, чтобы я не видела.
Это что она так засвечивает, а? Тут же надо. Так, я на почте купила. Третью машинку. Третью машинку уже. Серый. Сейчас будем с серым разбираться. А Жужик смотрит про хомяков. Сок. Морковно. Яблочно, виноградный, апельсиново, макаронный, пистолет.